Сегодня какой день? Сегодня 30 мая 2020 года. Ростов-на-Дону. Консерватория. Консерватория, где училась мама вот этого мальчика. Сейчас мы находимся здесь. Эрвин каждый день занимается на рояле. Спасибо огромное нашей руководству нашей консерватории. Ну, Александр Данилов, я когда училась, он был ректором. Спасибо вам большое, что вы слово промолвили о нас. Нам очень нужно заниматься. Вот, но здесь очень-очень комфортно. Такая ностальгия. Вот мой мальчик играет, я пою в перерывах, когда он должен отдыхать. Ага. Сейчас мама еще чуть-чуть споет. И будем делать. А потом начинаем этюды. Браво, Эрвин.